Кто издает звуки в вашем сарае? Реально какие-то круги. На сутки, может быть, на двое я останусь в этом лесу. Всем привет, друзья! Вот, наконец-таки, я нашел место, где проводили ритуалы. Но еще, конечно, не точно нашел. Мне указали квадрат, в котором нужно проводить поиск, ну и примерные координаты. Я отправляюсь в этот лес, чтобы конкретно найти место, где проводился сам ритуал. Буквально день назад я приходил в тот дом, где жило два человека, которые занимались черной магией, и провел в самом доме сеанс ЭГФ. Они дали мне небольшую подсказку. И уже после я спросил у охотника, который рассказал мне про это место, про этот дом еще ранее. И он сказал примерно, где может находиться это место, где проводились ритуалы. Сам конкретно он в этом месте не был, поэтому точных координат он не смог дать, но он указал квадрат, в котором нужно искать это место. Ну а пока посмотрите фрагмент, который я снял вчера ночью и провел сеанс ЭГФ в доме колдунов. Только-только подхожу к дому. Поздно сегодня выехал, поэтому уже в потемках добираюсь до дома колдунов. Вот уже рядом, почти подошел. Вот как обратно возвращаться, уже поздно ночью, скорее всего даже, наверное, под утро. Не знаю, я сейчас проведу сеанс ЭГФ в самом доме. Это утки. Сразу начну с дома, проведу там сеанс ЭГФ. В общем, погнали. Какой-то сейчас рык был. Будто бы кто-то рычал. Не понимаю. Мне реально сейчас уже кажется, либо будто бы играет радио, или кто-то разговаривает в самом доме. Вот. Нет, наверное, уже просто тяжется. Сейчас, друзья, установлю здесь ЭГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Что мне найти? Что мне нужно найти? Что мне нужно найти? Дерево. Дерево. Какое дерево? У меня к вам есть вопрос. Кто издает звуки в вашем сарае? Вода. В смысле дерево, вода? Где мне найти это дерево? Где вы проводили ритуалы? Скажите, где вы проводили ритуалы? Это вы дали знак? Что мне смотреть? Может быть, вот этот мешок. Что мне смотреть? Вот, обычно старый фотоаппарат. Вы еще здесь? Как он открывается? Вот. Смотри, дерево, вода. Это уже какие-то загадки реально пошли. Но то, что они ответили на вопрос мне, кто издает эти звуки в сарае, они ответили, что демон. Значит, то, что я предполагал, так и есть. То, что они сдерживали там демона, вернее, животное, в которое вселился демон. Скорее всего, это так. Но еще много еще что надо разгадать. Сейчас еще раз попробую связаться с ними. Не знаю, вот уже минут 10 стою, никто мне так не отвечает больше. Еще побуду. Еще немного побуду, если никто не ответит. Друзья, прошло уже минут 20. Мне так никто не отвечает. По поводу вот этой загадки. Дерево, вода. Я у них спросил, где вы проводили ритуал. Они сказали дерево, вода. И, скорее всего, это где-то в лесу, дерево, вода возле реки, либо возле озера, может даже пруд. Я вот надо еще, не знаю даже, что делать. Я спрошу у охотника, который рассказал мне про это место. Может, он знает, какое здесь приметное дерево. Может, какой-нибудь старый дуб или, не знаю, какое-нибудь старое-старое дерево здесь. И где здесь поблизости водоема, озеро, река, что-нибудь такое. И покажу ему вот этот кадр, который на пленке. Покажу ему этот кадр. Может быть, он узнает, я не знаю, это место. Хотя там очень плохо видно. Ну, в общем, друзья, я попытаюсь как-нибудь разгадать. Я не знаю, обхожу всю местность. Запущу, если надо будет, квадрокоптер. Посмотрю сверху. Может быть, какое-то есть приметное место. И заодно спрошу у охотника, который рассказал мне про это место. Поинтересуюсь у него, может быть, он что-то знает. Я, кстати, у него не спрашивал про место, где проводили ритуалы. Может быть, он даже и знает, где проводились эти ритуалы. Поэтому, друзья, я как узнаю, так сразу же вернусь на это место. Уже ночь, мне нужно уходить. Буду в заданный квадрат запускать квадрик и уже смотреть, где находится примерно это место, где проводились ритуалы. Забыл сказать, почему я взял с собой столько вещей. Потому что до того дома ведьмы, мне идти где-то 2,5 километра от дороги, где я высаживаюсь. И плюс до этого леса еще 2 километра. Это 4,5 километра, еще неизвестно, сколько я здесь в лесу прохожу. Поэтому я сразу взял себе все вещи, все необходимое, провизию на сутки, может быть, на двое. Я останусь в этом лесу, разобью небольшой лагерь и останусь. Ну, если, конечно, найду место, ритуальное место, то я здесь останусь, может быть, на сутки, может быть, на двое суток, смотря как пойдет со мной ЭГФ. Буду проводить сеансы ЭГФ. Так что, друзья, я выяснил, что это были за звуки вот этого мычания. Этот звук издавал демон, как мне сказали по ЭГФ. Конечно же, если по ЭГФ не сам демон со мной общался, поэтому здесь тоже спорный такой ответ. Поэтому надо все узнать самому, найти это место, найти место ритуала, где проводили ритуалы, и попытаться там уже пообщаться по ЭГФ, выйти на связь. Так, вот речка. Сейчас еще раз пролечу. Пустимся пониже, посмотрим. Может, что-то где-то я выпустил. Вот это что такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Или это будто бы какие-то круги. Реально какие-то круги. какого-то лица или что? Сейчас он неподалеку от меня. Где-то, может, метров 200 от меня. Сейчас сюда сходим. Ну, наконец-таки, друзья, я нашел. Конечно, уже поздновато. Я нашел, я не успею построить лагерь. Вот, поэтому сейчас я вам покажу это место. Вот, оно как раз находится возле реки. И ритуал, я так понимаю, проводили возле дерева. Вот поэтому по ЭГФ мне и говорили дерево, вода. Ну, я так думаю, что вот они имели в виду дерево, вот, на котором сейчас развешаны черепа. Сейчас я вам покажу. И вода. Здесь река. В общем, друзья, сейчас я вам все покажу. Это жесть, конечно. Я, заходя сюда, сразу увидел знаки. Сейчас я вам покажу эти знаки. Так, вот. 1. 1. Вот еще здесь. Я, конечно, не все посмотрел. Возможно, здесь еще их много, этих знаков. Так. Ну, собственно, вот это место. Там еще знак. Здесь знаки. Вот круг и вот эти ромбы. Я так понимаю, ромб. Здесь, видимо, и проводили ритуалы. В общем, друзья, так как мне далеко еще идти, но сегодня я уже пойду домой, хоть и набрал с собой вещей целую кучу, но сегодня придется, потому что я не успею построить лагерь и разместиться в нем. Поэтому завтра утром я приезжаю, иду сюда, на это место, и строю лагерь. Ну, теперь я знаю, где это место находится, я отмечу его на карте, чтобы завтра уже точно сразу идти сюда, на это место. На этом все, друзья, до следующего выпуска. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. С этого места будет очень много фоток, буду скидывать в инстаграм, поэтому подписывайтесь на инстаграм и на группу ВКонтакте, друзья.